Добрый день, мы начинаем третий день выставки World Food, и у нас в гостях наши гости из Ирана. С какой целью прибыли на данную выставку? Чиагдафи Бараина Мажгахдарит. Бенам Худа, ман Надири Фаси астам, амале тусае хуше кешмеше малайер. Он является менеджером поставки продуктов из Ирана, сухофруктов именно. محصولی که ما برای نمایشگاه داریم چون متشکل از 52 تا از واحدهای تولید کننده کشمشن توی استان همدان و منطقه ملایر که به صورت مجموعه اینجا شرکت کردیم. Их продукция является из провинции Ирана, называется она Хамадан. Город называется Малайер. И оттуда привозятся не все продукты. Их в сорте, кажется, 52 штуки. Вы уже импортируете сухофрукты в Россию или только собираетесь? И какие задачи вы ставите перед собой на этой выставке? Шомата халя барусия хамкари кердит. Мы 4 года, как мы мешкару шеркат миконим, и асли тарин мақсад садарати маҳсулот кешмеше ма кишвар Русия аст. Они уже 4 года работают на этом рынке, надеются, что будут продолжать и что эта выставка им поможет. А какие задачи перед собой ставите на данной выставке? Фек миконит кейн на мажгах барайшо мама фек баше яна. Хошбахтане асарат хуби даште на мажгах барай ма. Ма алан барай сал кабл биштар аз 50 миллион доллар арзеше агламе садарате кешмешо ма буде бе кешвар Русия фагат. Ке туи хами на мажгах агде гарар дад анжам дати. Цели у них перед собой стоят, конечно же, увеличение клиентов, заключение новых договоров, и они уже за 4 года, которые они сюда посещали, они заключили договор на больше 50 миллионов долларов. А когда был договор заключен? Кейн Харардат Бастегуд, Бейн Банджах Миллион Доллар. ما سال قبل 3 تا از واحدامون رو به نمایندگی از کل صنایع آورده بودیم. امسال هم 3 تا دیگه از واحدا رو آوردیم که به صورت جداگانه رقم کل صادراتشون تقریبا حدود 50 میلیون دلار است. Том году они привезли 3 раза, кажется, да, у них было 3 договора. В этом году у них тоже намечается 3 договора. И это, в общем, составляет больше 50 миллионов долларов. Неплохой результат. Я нокта هم هست اینکه ما با حمایت صنایع استان همدان یعنی شرکت دولتی که صنایع استان همدان تو نمایشگاه هر سال شرکت می‌کنیم و قسمت اعظم حالا حمایت‌ها رو صنایع دولت ایران از ما انجام میده که تو نمایشگاه بیایم و برای واحدهای خصوصی عقد قرارداد بکنیم مذاکره بکنیم و بازاریابی انجام بدیم. В Иране у них есть промышленная компания в Хамедане, в провинции, которую они все привозят, и она, собственно, с ее поддержкой они здесь и оказались, и с помощью нее они заключают договоры и так далее. Надеюсь, у вас все получится, и выставка даст свои плоды. Я вас благодарю за ваши добрые слова. Спасибо, что пригласили на выставку. Спасибо.